пойду пройдусь, покажу вам красоту. Немножко красоты. Трава какая зеленая-зеленая. Не сравнить с тем, что вчера было. Вот он, гольф-клуб, гольф-курс. Или поле гольфовое. Гольфное, наверное, так. Буржуара вдалеке-далеке. Еле видать. Влажно сильно. Ух, это стенд для парти, по-моему. И парти проходит для больших групп. Не знаю, чего убрали. Ну и красивый. Ой, а у меня тапкам моим ничего не будет? Они тряпочные. Ой, как красота какая. Утки. Что у них здесь есть? Там кто-то в гольф играет. Ой, красивенько. Если вот эти круги на воде, значит, это рыбки. Значит, рыбки здесь есть. Он приехал. Приехал новый игрок. Сейчас будут играть. Мы пробовали играть в эту игру. Нет, это не мое, не наше. Нет, не понравилось нам. Мы даже не поняли. В принципе, хотя она легкая такая игра, да, считается. Не захватила, не ухватила ни за какие эти жилки. Ну давай. Целится. Пацан. Давай, бей уже. Не все виллы здесь заселены. Немного только. Цены нормальные. В основном, мне кажется, здесь в основном покупают. Ох, ударил. Куда он прилетел? Сюда куда-то. Где-то сюда должен долететь. Хорошо. Он, наверное, мой сайдер принесли. Пойду проверю. Уф, трафик какой. Сколько игроков. Ребята, принесли мне сайдер Саммерсби. Самый лучший, самый-самый вкусный. И Ханекен. Ой, не знаю, как долго он продлится таким холодненьким. На улице 42 градуса. Жарень какая. Ой, девчушка какая. Лапочка с таким шариком красивым. Боженьки. Okay. Ну что, Стасион, за тебя, с днем рождения, дорогой. Всего тебе самого хорошего, дорогой братишка. Happy birthday, Стасионка. Стасионочка, за тебя, дорогой, да. Нам очень сильно повезло, ребята. 10 минут просидели только на улице, считаю, успела только заснять видео все в округе. И нас пересадили прямо вовнутрь. Боже, как хорошо, потому что мне уже по ногам все текло. Жарень страшная и плюс влажность большая. Так что мы в баре, мы внутри сидим. Люди уже ужинают или поздний обед, не знаю. Но здесь лучше. Так что... Ух. Это считается как спортивный бар. У них даже везде телевизоры есть. Можно смотреть. Пиво большой выбор, кстати. О, интересно, у них есть Hugh Garden Pink? Мне так нравится розовое. Чин-чин. Ой, как хорошо освежает. То, что надо в такую погодку. Мы здесь кушать не будем. Мы выпьем по два бокальчика и домой. У нас сегодня лобстер термидор на ужин. Такой бородатый. Ну, некрасивая борода.
такая редкая-редкая. Но моднявый. Сейчас модно иметь бороду. Так, ребята, напили мы на 101. Мой 33. Был сайдер 33. Хеникен был 35. Какая собака. Быстрый, легкий салат. Огурец с стружкой. Редис кружочками. Тоже стружка. Болгарский перец. Зеленый лук. Укроп. Горький перец, соль, черный перец слегка. Теперь немного, чуть-чуть лимон. Все это взбалмошиваем. Вот так, слегка припушиваючи. Сразу в сервировочную тарелочку укладываем. И наши креветочки уже готовы, отварные. Просто креветки. Распределили все аккуратненько по тарелочке. Слегка сверху добавляем немножко острого перца для красоты. Хотя он остренький. И поливаем любым маслом. У меня оливковое, хотя можно и полить и кунжутным на любой вкус. И тыквенным. Слегка поливаем. У меня есть вот такие вот водоросли, они с Англии, и немного украсим, они вкус придают и красоту. Если у кого есть стружка тунца, то это тоже будет шикарно выглядеть. Вот так. Вуаля. Простой, легкий, ароматный, сочный, красивый салат из креветок готов. Ставлю воду на макароны, вернее на лапшу яичную. Такая вот красавица будет. И заодно жарю хворост. А хворост с креветочного мяса сделан. Обалденно вкусно с пивом. Ага. Красота получается. Хрустики, салатик. Обалдеть. Мистер открывает белое вино. Мистер what? Мистер Бин. Открывает белое вино. Вино from where? Откуда? No, it's French. Французская? Ух ты. Наш лобстер готов. Только вымыла из печи. Теперь надо аккуратненько переложить. У меня вот такая вот тарелочка сервировочная. Ну все, подавать. Well, it's over an hour later. I've been told that my eyelid has drooped. I don't feel that much different. Am I in the mood for dancing? Absolutely. Do I feel sexy? Barely. Although I do have the sensation of wanting someone else to brush my hair. It's said the experiment replicates exactly the